Всем привет! С вами Лима Мьюзик. Сегодня мы научимся играть песню «Мама, мамочка» Таисии Повалий. Эту песню заказала моя подписчица Анжелика Попкевич. Огромное спасибо за поддержку канала. Вначале я сыграю всю песню полностью, а потом мы разберем ее медленно и подробно по кусочкам. Вначале мы выучим к этой песне вступление. Оно у нас будет состоять из трех кусочков. Рассматривая медленно первый кусочек в правой руке. Начинать мы будем с ноты Си малой октавы. Потом идем через октаву на Си первой октавы. Идем на ноту Ми. Ре. Си. Сейчас рассмотрим пальцы к правой руке. Начинать мы будем с первого пальца и идти на пятый, потому что у нас идет октава. Так как мы останавливаемся по ритму на пятом пальце, мы можем снять руку и играть остальные ноты на другой позиции. Четвертым пальцем ноту ми, третьим ноту ре, и второй у нас сразу ложится на ноту си. То есть используем три пальца. И у нас получилась такая мелодия. Правую выучили. Рассмотрим к первому кусочку левую руку. У нас в левой будут разложены аккорды. Сейчас покажу, как они будут строиться. Находим ноту ми первой октавы. Переносим такую же ноту ми на октаву ниже. И посередине добавляем ноту си. У нас получилась позиция 5, 2, 1. Разложенный аккорд снизу наверх. После этого нам нужно будет сыграть еще ноту соль. Для этого поворачиваем второй палец на ноту соль. И доигрываем последнюю ноту фа диез третьим пальцем. И получается такая левая. Соединяем правую и левую в первом кусочке. Отдельно у нас вступает правая, берет ноту си. На вторую ноту си мы уже берем левую ноту ми. В левой у нас сейчас будет 4 ноты. Правую мы будем нажимать на первую и на четвертую ноту в левой. Считаем до 4. Раз, два, три, четыре. На четвертую взяли ми в правой, в левой соль. Потом сразу правая и левая вместе, фа диез и ре. И отдельно доиграла правая. И у нас получился такой первый кусочек. Рассмотрим медленно второй кусочек в правой руке. Начинаем с ноты си. Идем наверх. Обратно си, ля, си. То есть у нас кусочек строится вот на этих трех нотах, поэтому мы будем использовать три пальца. Второй на си, третий на до,
а первым будем брать ноту ля. И у нас получилось остановка на си. Этот же кусочек мы должны повторить еще раз. Правую выучили. Рассматриваем ко второму кусочку левую руку. У нас будет ход от ноты ля наверх. Играем ля, ми, до. Эти три ноты мы играем, как обычно, пятым, вторым, первым. Потом нам нужно будет второй палец перенести на ноту фа диез. И снова вернуться первым пальцем на ноту до. То есть мы делаем заход на фа диез и вернулись обратно на ноту до. У нас получился такой кусочек. Доучиваем левую во втором кусочке. У нас сейчас будет второй переход снизу наверх. Теперь будем начинать с ноты до. До, соль, ми. Опять же играем нашей позиции пятый, второй, первый. И нужно будет перенести на фа диез снова второй палец. На этом у нас закончится левая рука во втором кусочке. Соединяем медленно правую и левую во втором кусочке. Соединение очень простое. Мы три ноты в правой соединяем с тремя нотами в левой. Берем си и ля, до и ми, си и до. Три ноты соединили. Доигрывает правая две ноты. Ля, си и левая две ноты. Фа диез. До. Это мы соединили первую половину второго кусочка. Сейчас в правой повторяется та же самая мелодия. Помните, второй раз. В левой у нас будет второй ход от ноты до. Сейчас как раз соединяем это вместе. Опять три ноты в правой с тремя нотами в левой. Си и до. До и соль. Си и ми. Доигрывает опять правая две ноты отдельно, ля, си, и левая доигрывает фа диез. У нас получился такой второй кусочек в правой и левой. Второй кусочек выучили. Рассматриваем третий кусочек в правой руке. Берем ноту ля, фа диез, соль, обратно, фа диез, ми, фа диез. Сейчас покажу, какими пальцами мы будем это играть. Помним, что мы во втором кусочке закончили на си вторым пальцем, поэтому мы ноту ля третьего кусочка начнем с первого пальца, чтобы перейти на новую позицию. Потом второй палец выкладываем на ноту фа диез. И все, мы уже в новой позиции, и у нас три пальца будут использоваться на три клавиши. Фа диез вторым пальцем, соль третьим, опять второй, первый на ми. И второй фа диез. И у нас получился такой кусочек. Правую выучили. В левой руке у нас будет всего три ноты. Нота си. Нота фа диез. И ре диез. И как обычно играем нашей позиции. Пятый, второй, первый. Пятый. Второй и тянемся первым. Левую выучили. Соединяем медленно правую и левую в третьем кусочке. У нас сыграет правая отдельно ноту ля. И потом нам нужно будет три ноты в правой соединить с тремя нотами в левой. Синхронно. Берем фа диез си. Соль фа диез. Фа диез ре диез. И доигрывает правая две ноты. Ми, фа диез. И
И у нас получился такой третий кусочек. Мы выучили вступление к данной песне, которая состоит из трех кусочков. Сейчас мы перейдем к изучению главной темы нашей песни. Снова будем начинать читать с первого кусочка. Рассматриваем первый кусочек нашей главной темы в правой руке. Начинаем мы с ноты Си, играем два раза. Остановились на второй ноте Си, потом сделали паузу и сыграли еще две ноты Си. Потом две ноты Ля. И опять две ноты Си. Играть мы это будем с четвертого пальца. Четвертый на Си, третий на Ля. Используем мы всего две ноты. И сейчас сыграю с движением. Остановка на Си, дальше все без остановок. Только на последней ноте. Первый кусочек выучили. Сейчас рассмотрим к первому кусочку левую руку. У нас вся левая в основной теме песни будет строиться по одному принципу. Сейчас покажу этот принцип, и мы его будем в дальнейшем использовать во всем произведении. Берем ноту ми через октаву, находим посередине ноту си. Как обычно, берем нашу позицию 5, 2, 1, играем снизу наверх. И через одну добавляем еще дополнительную ноту соль вторым пальцем. Вот по такому принципу мы будем строить все разложенные аккорды в этой песне. То есть мы будем играть три ноты на одной позиции и добавлять одну верхнюю, четвертую ноту через одну. Играть будем на одном движении без остановок. Рассматриваем второй разложенный аккорд в левой. Он у нас будет от ноты ля. Находим ля. Через октаву ля, посередине ми, играем на нашей позиции и добавляем нотку до через одну. И на одном движении раз, два, три, четыре. Все, два разложенных аккорда выучили. Соединяем медленно правую и левую в первом кусочке. Отдельно играет правая ноту си. А на вторую ноту си берем в левой наш первый разложенный аккорд от ноты ми. И доигрываем полностью левую отдельно. Сыграли 4 ноты, первый аккорд разложенный сыграли. Теперь переходим ко второму аккорду. Играет опять в начале правая отдельно ноту си. А на вторую си мы берем первую ноту аккорда ля. После этого все ноты вправо и лево играются синхронно. Ля и ми. Ля и ля. Си и до. И правая заканчивает на ноте си отдельно. И у нас получилась такая мелодия. Первый кусочек выучили. Рассматриваем медленно второй кусочек в правой руке. Играем 4 ноты ля, си, ля, соль, си. Играть мы будем ля третьим пальцем. На си у нас, соответственно, четвертый, а на соль второй. То есть три пальца на три клавиши подряд. Также важно сыграть правильный ритм. Мы вначале будем играть все три ноты ля одинаково. Раз, два, три. А четвертую ля мы сыграем к си быстро. То есть считаем так. Раз, два. Остановились на си. А дальше доиграли ровно. И у нас получилась такая мелодия во втором кусочке.
рассматриваем ко второму кусочку левую руку. Строим по нашему принципу, находим ноту си через октаву си. Посередине берем фа диез. Играем по нашей позиции. И добавляем через одну ноту ре диез. Четыре ноты сыграли. Переходим ко второму разложенному аккорду. Он будет опять от ноты ми, как наш первый разложенный аккорд в первом кусочке. Ми, си, ми, соль. Этот разложенный аккорд вы уже знаете. Соединяем медленно правую и левую во втором кусочке. Вступает у нас вначале левая, играет 4 ноты, и только на четвертую ноту мы возьмем правую руку. Считаем. Раз, два, три, четыре. Ре диез и ля вместе. Сейчас играет только правая, 5 нот. Раз, два, три, четыре, пять. После этого вступает левая. Отдельно ми. Сейчас играем вместе соль и си. Си и ми. И левая доиграла последнюю ноту отдельно. И у нас получился такой второй кусочек. Выучили. Рассматриваем третий кусочек в правой руке. Играем два раза ноту ми, два раза ре, два раза до, си, до. Сейчас объясню, как мы это будем играть по ритму. Вначале у нас идет остановка на вторую ноту ми. Остановились. Потом нужно будет сыграть две ноты ре к ноте до. Считаем до трех. Остановка на три. Раз, два, три. То есть раз, два — это первые две ноты ре, а на три, на до остановились. Раз, два, три. Вторую до играем медленнее, а си до играем со стремлением к до быстро. Раз, два. То есть си у нас быстрая, на до остановка. И у нас получился такой ритм. Играть мы правую будем такими пальцами. На ми четвертый палец, соответственно на ре будет третий, на до второй и на си первый. То есть 4 пальца на 4 клавиши. Играем четвертый ми, ре два третьим, до вторым, первый, второй. Сыграли всю мелодию на одной позиции. Правую выучили. Рассматриваем к третьему кусочку левую руку. Строим по нашему принципу. Находим ноту до, через октаву до, посередине соль. Играем в нашей позиции пятый, второй, первый. И через одну находим ноту ми. Вторым пальцем. Первый разложенный аккорд сыграли. Второй разложенный аккорд у нас будет от ноты ля. Мы уже такой разложенный аккорд играли. Ля, ми, ля, до. Это у нас было в первом кусочке. Левую выучили. Соединяем медленно правую и левую в третьем кусочке. Отдельно играет правая ноту ми. А на вторую ноту ми мы уже начинаем брать наш разложенный аккорд. Берем ноту до и ми. Доигрывает левая. Сыграли наш первый разложенный аккорд. Переходим ко второму. Готовится правая. Сейчас будем играть вместе. Ре и ля. Вторую ре отдельно сыграли. Дальше три ноты вместе синхронно. До и ми. До и ля, си и до. И доиграла правая ноту до отдельно. И у нас получился такой третий кусочек.
кусочек выучили. Рассмотрим медленно четвертый кусочек в правой руке. Берем ноту до, две ноты си, остановились на второй, после этого сыграли еще одну ноту си, фа диез, соль и два раза фа диез. Сейчас покажу, как мы играем по ритму. Вначале три ноты играем подряд. Раз, два, три. Остановились. Потом две ноты. Раз, два. Остановились. Потом остановка на соль. И быстро отдельно две ноты фа диез. Начинать мы правую будем со второго пальца на до. Си играем первым пальцем. Четвертый на фа диез сразу ложится. Пятый на соль. И опять фа диез четвертым. Правую выучили. В левой руке в четвертом кусочке у нас будет разложенный аккорд от ноты си. Мы его уже играли во втором кусочке. Напоминаю. Си, фа диез, си и ре диез. Этот разложенный аккорд мы должны сейчас сыграть два раза. Первый раз сыграла и второй раз. Соединяем медленно правую и левую в четвертом кусочке. Играет у нас вначале правая отдельно. Потом две ноты правая и левая вместе. Си и си. Си и фа диез. Доигрывает левая две ноты. Теперь две ноты правая. Готовим в левой опять разложенный аккорд. Берем соль и си вместе. Отдельно в левой фа диез. И сейчас две ноты завершаем синхронно вместе. Фа диез и си. Фа диез и ре диез. Сыграю, что у нас получилось в четвертом кусочке. Четвертый кусочек выучили. После четвертого кусочка нам нужно будет снова повторить наш первый, второй, третий и четвертый кусочек главной темы. Играем все без изменений. Единственное, у нас в третьем кусочке при повторе вначале будет не две ноты ми, как мы играли, а одна. То есть мы одну ноту ми просто убираем, и у нас будет просто ми при повторе. Других изменений у нас не будет. Все повторяется без изменений. После того, как мы сыграли повтор, мы идем на пятый кусочек. Это у нас припев. Начинаем в правой с ноты соль, играем три раза. Потом фа диез, ми, си, три ноты ля, соль, опять фа диез, ми. Сейчас рассмотрим правую по ритму. Нам нужно будет три ноты соль сыграть с остановкой на 2 и на 3. Раз, два, три. То есть раз мы сыграли быстро, два, три медленно. Потом играем все подряд без остановки. Остановка на соль и доиграли до конца. И сейчас покажу, какими пальцами мы будем играть. Начинаем мы соль пятым пальцем. Потом четвертый сразу ложится на фа диез. Третий на ми. Второй и первый си ля. Ля первым. И опять наши три ноты играем тремя пальцами. Пятым, четвертым, третьим. Правую выучили. В пятом кусочке у нас левая рука будет полностью повторяться с первого кусочка. Напоминаю, разложенный аккорд от ноты ми, ми, си, ми, соль,
разложенный аккорд от ноты ля. Ля, ми, ля, до. Соединяем медленно правую и левую в пятом кусочке. Начинаем мы вместе. Две ноты в правой, две ноты в левой. Соль и ми. Соль и си. Отдельно в левой ми. Отдельно в правой соль. Потом играет правая три ноты. В левой готовим второй разложенный аккорд. И сейчас будет правая и левая синхронно играть четыре ноты вместе. Ля и ля. Ля и ми. Ля и ля. Соль и до. И доигрывает правая две ноты. Сейчас сыграю, что у нас получилось в пятом кусочке. Пятый кусочек выучили. Рассматриваем медленно шестой кусочек в правой руке. Играем три раза фа диез. Ре диез. Си. Ля. Два раза соль. Ля. И три раза си. По ритму шестой кусочек у нас полностью совпадает с пятым кусочком. Такой же ритмический рисунок. Показываю. Фа диез. Остановка на вторую и третью ноту. Первую играем быстро. Раз, два, три. Так же самое, как в пятом кусочке. Дальше играет у нас правая без остановки. Остановка на си. И доиграли еще две ноты си. Играть мы тоже будем с пятого пальца, пятый на фа диез, четвертый на ре диез, потом идет у нас третий, второй, первый подряд на трех клавишах. Третий на си, второй на ля, первый на соль. Этими же пальцами доигрываем второй, третий, правую выучили. В шестом кусочке левая рука у нас будет полностью повторяться со второго кусочка. Напоминаю, первый разложенный аккорд от си, си, фа диез, си, ре диез. Второй разложенный аккорд от ноты ми, ми, си, ми, соль. Полностью повторили левую из второго кусочка. Соединяем медленно правую и левую в шестом кусочке. Берем вместе две ноты в правой и две ноты в левой. Фа диез и си. Фа диез и фа диез. Отдельно в левой си. И вместе фа диез и ре диез. Играет правая три ноты отдельно. После этого в левой готовим наш разложенный аккорд и играем 4 ноты в правой и 4 ноты в левой вместе. Соль и ми. Соль и си. Ля, ми. Си и соль. И доигрывает правая 2 ноты. Сыграю, что у нас получилось в шестом кусочке. Шестой кусочек выучили. После шестого кусочка у нас полностью повторяется пятый кусочек, без изменений. И после этого мы переходим к изучению последнего седьмого кусочка. Он у нас вначале будет похож на шестой, только немного поменяется концовка. Итак, показываю седьмой кусочек в правой руке. Вначале играем три ноты фа диез.
как в шестом кусочке. Ре диез. Си. Вот до этого момента у нас идет повтор шестого кусочка. Дальше идут изменения. Играем отдельно си еще один раз. Возвращаемся на фа диез и играем 4 раза. И 2 ноты ля. По ритму в седьмом кусочке у нас все повторяется. Опять из 3 нот останавливаемся на 2 и 3. Первую играем быстро. Раз, два, три. Повторили ритм, который мы уже знаем. Дальше играем все подряд без остановок. Остановились только на последней ноте фа диез, на 4 ноте. И доиграли еще 2 ноты. Играть мы этот кусочек будем такими пальцами. Начинаем мы уже с 3 пальца на фа диез. Здесь внимательно, потому что 6 кусочек мы начинали с 5 пальца. Сейчас начинаем с 3, у нас будет другая позиция. Играем 3. 2-й, 1-й у нас уже лежит на нужных нам нотах. Ре диез 2-м. Си первым. 3-й опять на фа диез. И 5-м ля. Правую выучили. В левой руке в 7-м кусочке мы будем играть наш знакомый разложенный аккорд от ноты си. Си, фа диез, си, ре диез. Вы его уже знаете. Играть будем 2 раза. Играю 2-й раз. Соединяем медленно правую и левую в 7-м кусочке. Берем вместе 2 ноты в правой и 2 ноты в левой. Фа диез и си. Фа диез и фа диез. Отдельно си в левой. И опять фа диез и ре диез вместе. Сразу скажу, что такое же соединение мы уже играли в 6-м кусочке. Все мы полностью повторили. Сейчас играет отдельно 3 ноты правая. После этого 4 ноты в правой и левой играются синхронно. В правой это у нас только ноты фа диез, поэтому очень легко соединить с левой. Следим только за левой рукой. В правой повторяем фа диез. Фа диез и си. Фа диез и фа диез. Фа диез и си. Фа диез и ре диез. И доигрывать правое еще 2 ноты. И у нас получился такой 7-й кусочек. После 7-го кусочка мы сыграем в правой и в левой разложенный аккорд. Он у нас будет завершать все произведение. В левый разложенный аккорд у нас будет строиться по нашему принципу си, си в октаву, посередине фа диез. Берем вместе 5-м, 2-м, 1-м, снизу наверх. А в правой у нас будет 2 ноты, ре диез и си. Можно играть 1-м, 5-м. И нам нужно будет сыграть снизу наверх левую и правую подряд. Можно также задержать все ноты, чтобы получился потом собранный аккорд. Все ноты держатся, и мы как бы сыграли завершающий аккорд правый и левый. Мы выучили песню «Мама, мамочка» Таисии Повалий. Если у вас получилось сыграть это произведение, обязательно напишите мне об этом в комментариях под видео, поставьте лайк и не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видеоуроки. С вами была Лима Мьюзик. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам больших-больших творческих успехов.